Глава 40 посвящена монахам, и потом еще будет одна глава про монахов, и про слушателей потом будет. То есть Корзута переходит к структуре христианской церкви. Принципиально христианская церковь также устроена, как джайнская или буддийская, а именно имеются монахи и имеются слушатели. Вот в первом изречении тут говорится, что монахи, они отделены от тех, кто в мире, имеют определенную миссию, дал задание каждому из них, и они несут бремя Христово. Много синонимов в манихейской литературе христианской по поводу монахов. В частности, они называются совершенными, избранными, живыми жемчужинами и так далее. То есть, когда вот мы у Христа или там у Павла читаем про каких-то совершенных, это имеется в виду именно монахи. Вот. Но чтобы, поскольку эти все эпитеты положительные, всякие там восхваляющие, как бы, да, этот статус, я предпочитаю, чтобы не было самовосхваления, использовать термин монахи как нейтральный, поскольку он именно так и известен. Монах, он, собственно, означает, что одинокий, это от монос греческого. И по гипотезе некоторых манихеев современных, а именно Богомилоса, монах это, собственно, есть манихей, только искаженный, то есть переосмысленный. Поскольку первые монастыри в Римской империи были именно манихейские, назывались манистерии, дома мани. Соответственно, жители монастырей назывались манихеи. И просто позднее, когда это все экспортировалось в другие религии, переосмыслили слово манихей как монах, то есть не ма, нихея монах, то есть одинокий. Но в принципе значение все равно хорошее, поэтому устраивает нас. Дальше описывается, собственно, ну, статус. Статус состоит из обязанностей и прав, да? В данном случае описывается сначала, от чего монахи воздерживаются, а потом, что они, собственно, делают, то есть что они должны делать. То есть долг описывается негативно, что они не делают, и позитивно, что они обязательно делают. Вот негативная сторона, то есть чего не делают. Естественно, они не вступают в половые связи. Неприкосновенны для блядства. Имеется в виду физически. То есть не могут, допустим, монахи, и для манихая тоже не характерно, для Христа совсем не говорить о половых вопросах. То есть устно, на словах они могут эти темы обсуждать. Просто еще и в ряде конфессий где-то последовательно проводят, пытаются запретить, допустим, говорить на эти темы, смотреть на изображения и так далее. То есть имеется в виду, что физический контакт с лицом противоположного пола или с лицом того же пола или там с животным, с чем угодно для секса. Ну, в общем, так на практике прикасаться руками нельзя к другим телам. Или там вообще чем угодно прикасаться. Дальше. Получить для себя также мир рук, чтобы он сохранил свою руку от причинения повреждений кресту жизни. Крест жизни имеется в виду, что Бог распят во всем мире, о чем я неоднократно говорил. И повреждение кресту жизни — это обет ненасилия. Он тоже в основном, то есть имеется в виду физически прежде всего. То есть не топтать, допустим, живые существа, вот там листья на дороге. К кресту жизни относятся также растения. То есть монах не может повреждать растения, допустим, срывать ветки с них. Поэтому не занимаются сельскохозяйственной деятельностью, потому что она всегда связана с тем, что там ломают какие-то растения, там топчут обязательно каких-то животных и так далее. То есть животных тоже нельзя никаким образом их повреждать. Допустим, там пинать их, вообще там давать им плохую еду и так далее. В качестве самообороны, естественно, в крайних случаях можно, когда животное явно на тебя напало. Поэтому под статью «явно напало» попадают комары и мухи, потому что они явно проникают, допустим, в жилище и приносят вред. Вот комаров, мух можно. Собака, если не напала, то на нее действуют вот эти правила, что нельзя ее повреждать. Если собака напала, то можно повреждать. Такие правила, если практические правила, которые монах в своей жизни применяет.
Что еще ко кресту жизни? Люди, понятно, что относятся ко кресту жизни. Слова, любые оскорбления, любые негативные оценки кого-то лично. У нас большевики научили, наверное. Когда ругают какую-то неправильную религию, почему-то все считают, что оскорбляют их лично. Неправильную религию ругать можно. Доктрину ругать можно. Можно говорить, что подлецы это написали и так далее. Потому что это определение по отношению к данному учению, к доктрине. Наоборот, обязан монах ругать неправильную религию. Под оскорблением имеется в виду личное оскорбление. То есть, допустим, лично человеку говорит, что ты дурак. Там, или, вот как Христос, кстати, это прям в Нагорной проповеди предусмотрено, что нельзя человека называть дураком, сумасшедшим, подлецом и так далее, хамом и так далее. Вот. Вообще никакие негативные эпитеты по отношению к человеку нельзя говорить. Лично человеку. Но не к, допустим, какому-то учению, которое он исповедует. Потому что наоборот, идеологическую борьбу мы должны вести. Вот. Ну, наверное, на этом остановлюсь, потому что эти правила по ненасилию достаточно обширные, просто основные принципы. По возможности, если имеется конфликт с человеком и животным, нужно его избегать монаху, то есть не вступать, если есть такая возможность. Если нет возможности, то и вынужден конфликтовать, то можно принимать какие-то меры там словесные, там физические по защите. Как правило, в интернете можно уйти, поэтому нет необходимости ругаться с какими-то дураками в интернете. Правило, туда просто можно уйти, с ними не разговаривать. Чистота рта. Значит, имеется в виду, как тут конкретно написано, не употреблять мясо, вина и наркотических веществ. Значит, рыбу можно, так как в Евангелии Христос, допустим, в Евангелии от Иоанна кормит людей рыбой. Раз он слушателям давал, значит, сам тоже ел, потому что мы слушателям не даем чего, не делаем так, чтобы слушатели что-то совершали, чего мы сами не делаем, вот, и понуждаем слушателей к нарушению наших заповедей. Также там и другие есть, как они там рыбу на море ловили и так далее. То есть всякие. И там еще есть просто, что Христос воскрес и рыбу ел. Насколько я не. Ну, в общем, рыбу можно, исходя из того, что в Евангелии написано. Нельзя мясо. Так как апостол Павел, допустим, прямо пишет, что лучше не есть мясо, не пить вина и не делать людям никаких гадостей. Там примерно в таком контексте это написано. Вот, гадости это повреждение кресту жизни. А вот мясо и вина это по поводу чистоты рта. Яйца. Я считаю, что они молодые курицы, поэтому их тоже нельзя. То есть нельзя яйца, птицу, естественно, потому что это мясо. Можно рыбу. Так, набор практических правил. Не прикасаться к вину наркотическим веществам. Наркотические вещества любые, которые снижают восприятие. То есть это алкоголь, к алкоголю манихейский монах прикасаться не может. То есть если случайно алкоголь попал на кожу, нужно его смывать. Значит, по поводу наркотических веществ трудно, потому что много веществ появилось. Но на практике стимуляторы психические я не считаю наркотическим веществом, имеется в виду кофеин. То есть, конечно, плохо много чая употреблять, но я считаю, что допустимо для монаха, потому что он не угнетает разум, подобно алкоголю. То есть он не подобен алкоголю по своему действию. Естественно, вот всяческие там героины и прочие вызывающие эйфорию не скорее подобны алкоголю по своему действию, поэтому их нельзя. Ну вот я думаю, если будет достаточно серьезная община манихейская в России, если для нас это будет проблемой, мы список опубликуем. Что можно, что нельзя. Ну, в общем, однозначно алкоголя точно нельзя, это точно во всех христианских писаниях запрещено. И вещества, подобные по своему действию алкоголю, то есть снижающие степень разума, снижающие способность рассудка различать добро и зло, я бы так вот сформулировал, то есть которые угнетают именно интеллектуальную функцию. Вот по этому признаку чай, кофе в небольших дозах получается можно, так как они не угнетают, наоборот, обостряют они в небольших дозах. Вот, но, естественно, не увлекаться, потому что, да, чай, кофе вызывают зависимость, и они
в итоге все равно вредны. Третье положение. Это вот, собственно, позитивная часть, то есть что он делает, монах. Давать свои знания всякому человеку, который услышит его от него. Давать веру тем, кто принадлежит вере, и давать милости покрывать всех милосердием, чтобы он мог обвинить их с собою. Но тут немножко так возвышенно написано, понятно. На практике это означает, что монах обязан распространять манихейство. Распространять в каком плане? Вот тут именно написано не обращать, да? А написано давать знания, поскольку мы исходим из того, что у всех свои выборы, многие не рождены ко спасению. Имеется в виду, что по совокупности своих кармических преступлений в предыдущих жизнях они не могут даже и понять, о чем мы, собственно, говорим, зачем все это надо. И то есть долгом монаха является не миссионерство, как его часто понимают отдельные протестанты и так далее, всяческие миссионеры. То есть не является долгом каким-то образом заставить там или обманом, или еще как-то человек обязательно вот заявлять, что он манихей. Является именно долгом распространения знания, то есть говорить об этом, излагать, допустим, доктрину, это долг монаха, давать пояснение применительно вот к современной жизни, интерпретировать ее, это долг монаха, переводить тексты, это долг монаха. Ну и если есть какая-то вот организационная деятельность, должен тоже участвовать в ней. Ну, у нас сейчас в виде сообщества это выглядит, то есть, допустим, модерировать сообщество манихейское – это долг монаха. Ну вот, наверное, все, по-моему, мне кажется, что понятно, о чем я говорю, да? Чем отличается, допустим, обращать в религию от того, что предоставлять о ней какое-то знание. Что это разные вещи, и нужно избегать всяческого насилия вот в этой деятельности. То есть попыток как-то человека заставить или там каким-то образом его вот убедить эмоционально, допустим, подавить. Или там как-то вот того обругать, там унизить и сказать, вот там, пока не примешь, не исправишься и так далее. Вот такие методы, это не наши методы. То есть мы просто даем знания, и как каждый выбирает, хочет он этому следовать, не хочет этому следовать. Это уже не наше дело. А, ну и монах не отвечает за результаты. То есть долг выполняем, и все. То есть вот эти лекции, допустим, я веду, все, мне все равно, сколько там их слушает, как к ним относятся, ставят лайки, нет, это не мое уже дело. То есть вот мое дело их вести. Поэтому пока я не умру или пока не посадят, это все будет появляться. И сообщество будет, и переводы там дальнейшие, если будут текст у меня, интерпретации, эти лекции на ютубе и так далее. Это будет просто потому, что я это считаю своим долгом, независимо от результатов этого. Ну вот, вкратце, какой у нас статус у монаха манихейского.